Приветствую всех на нашей обучающей платформе Standard Kids. Меня зовут Екатерина Дзюба, я являюсь художником и автором онлайн-школы песочной анимации. Приглашаю всех на уникальный детский онлайн-курс под названием «Мир животных». Этот курс мы создали специально для наших маленьких друзей, начиная с 6 лет. Данный курс состоит из 10 мастер-классов, и он подходит как самым маленьким художникам, так и тем, кто уже умеет рисовать. Ни для кого не секрет, что животный мир очень богат и выразителен. Поэтому в этом курсе я решила показать, как с помощью песка можно нарисовать совершенно разных зверюшек. Чтобы каждому малышу были понятны уроки, материал преподносится очень легко и понятно. На подробных практических показах мы попробуем порисовать цветным песком, научимся строить и анализировать формы и приобретем базовые навыки рисования. Уже с самого первого урока мы начнем знакомиться с названиями простых фигур. На примере смешного попугая с помощью пальцев мы нарисуем и узнаем, что такое круг, овал и треугольник. В другом мастер-классе с помощью красного песка и на основе рисования большой цифры 2 мы нарисуем прекрасного лебедя. В следующем мастер-классе, используя оранжевый песочек и интересный прием отпечатка большого пальца, мы попробуем создать интересную фактуру на панцире черепашки. Таким образом, в каждом мастер-классе присутствует новый интересный прием песочного рисования. Мы будем рисовать в простом мультяшном стиле, и в конце курса у вас получится 10 прекрасных песочных работ, которые вы можете сфотографировать на телефон, так и сделать видео-сюрприз для своих близких. И еще главный бонус данного курса. В каждом уроке мы будем учить английский язык через наших персонажей, а именно будем запоминать, как произносятся на английском все наши герои. В итоге, после прохождения всей программы, каждый юный художник, помимо того, что он научится рисовать на песке животных, будет знать 10 новых слов по-английски. Дорогие мамы и папы, в момент обучения ребенка ваша помощь только приветствуется. Тем более ни для кого не секрет, что песочное рисование нравится как детям, так и взрослым. Итак, приготовьте цветной кварцевый песочек, специальный планшет для песочных рисования и будьте готовы провести время с удовольствием и пользой. Ждем всех на нашем курсе!